Всем доброе утро, ребят. Ну что, ждали, что сегодня будет инфа по поводу призов. Ну, скорее всего, она будет вечером. Ну, а сегодня открылась на русском сервере, наконец-то, сокровищница. В принципе, она открывается каждую неделю, как ни странно, стабильно. И многие ребята пробуют отсюда вытащить розу. В надежде на розу сливают кучу самоцветов, но и так ее не достают. Сейчас мы попробуем с вами немножко паролить и вытащить розу. Я покажу вам, стоит оно того или нет, сколько она нам обойдется и вытащим мы ли ее вообще. Потому что, ну, я уже не раз рассказывал и показывал, что вытаскивать на русском сервере с таких акций героя просто бессмысленно. Вы в итоге просрете самые, ну да, там понятно, получите героев, но лучше подождать коллекционера, когда будут хоть какие-то более-менее плюшки, и вытащить оттуда что-то интересное. Так, вот эти. Такс. Сокровищница. Выращивай призы. Ну, еще выращивай призы как вариант. Это дополнительно затрату будет. Там за каждых 2000 самоцветов, по-моему, потраченных. Что у нас тут есть? Рина, профессор Рибит, Асура, заклинательница, побашка Роза. Ключ, карта выносливости, карта обновления таланта и кристалл. В принципе, ничего такого особенного. Можно, как вариант, потратить на роллинг героев, либо, как вариант, тратить на прокачку созвездий. У меня, в принципе, созвездия на русском сервере уже давным-давно прокачаны. Еще когда я играл здесь, я ролил нормально самоцветы, поэтому поехали немножко паролим, там дальше посмотрим, сколько у нас там. 691 самоцвет. Поехали, попробуем вытащить королева гарпий, Влад Дракула, Сноу, Паладин. Ну просто сыпет Сноу опять. Вот скажите, это нормально? Смотрите, сколько призрачный всадник. Ну Тесса, ладно, куда еще не шло. Ниндзя, Ара. Пока ни одной такой, знаете, имбы мы не вытащили. А уже слили прилично самоцветов. Вот вам русский сервер, малышник. Опять Сноу. Череп. Ну ладно. Заклинательница. А где же имба-герои? Ну, капитан Рогатка. Более-менее. Афинка. Ну, это уже получше. Ну, так, ладно. Ледяной Феникс. Ну, который, по сути, тоже не нужен уже. Рэнки. Все равно Ледяной Феникс один. Куча, если сравнивать с роллингом, который я делал на коллекционера, это небо и земля. Рино, вот уже начало что-то падать после слитых 50к. Призрачный всадник. Посмотрите, ну нифига не падает. Просто тупо, знаете, вот так вот. Средненько, даже хуже среднего. Триант. Ну, с такого самого топового это пока что ледяха. Это реально. Ну, рогатка это такое. Афинка тоже, знаете, средний такой герой. Ты его тоже везде использовать не будешь. А вот ледяха более такой практичный. И в итоге мы слили уже 70к, и мы толком нифига не выбили хорошего. О, Бугимен. Ну ладно. Ладно, пусть будет еще Бугимен.
Еще одна финка. Гаргул череп. Перцеедка паладин. Ну, такое себе. Командора. 90 с хреном мы слили. Поехали попробуем. И что мы попробуем? Поехали дальше. Сейчас я хотел глянуть. Это у меня на Зефире. Наролено. Вот давайте созвездие на Зефире. Надо паролить еще. Так будет быстрее. Все равно герои нифига не падают толком. Попробуем уклонений наловить на героев. Ну, что-то уклонение тоже на русском сервере. Четверка, ну четверка, куда нам четверка? Нам только пятерки надо. Хотя бы минимум две. То есть пять, вот отлично, одна есть. Пять пятерок вполне хватает. За шестой гнаться... Я скажу так, вы можете 50-60 тысяч самоцветов слить, ее даже не увидеть. Там максимум четверку вам покажет. Тоже бессмысленно. 5 это самое оптимальное там, а потом, если хотите уже по максимуму, чтобы было зажать одну пятерочку. И этого вполне хватит. Так, ну тройка это не то. Пятерка, пятерка. Смотрите, уже 7к мы слили. Самое интересное будет впереди. По максимуму мы четверки две видели, по-моему. Двойка, ну вы издеваетесь, что ли? Вроде казалось бы за самое по 450 уже, и все равно пятерки не очень падают. Если у вас нет очень много там доната, то оставляйте пятерки, даже 4 это уже лучше будет. Там если четверка выпадет, тоже в принципе как вариант, потому что заролить... Вот смотрите, мы уже слили почти 20к. Двойка, мы пятерку даже не увидели. И самое затратное на сегодня, вот с того, что нельзя реально получить как-то проще, это созвездие. Но они, конечно, потом в итоге решают очень много, потому что процентуальное умножение от ваших талантов, прокачки всего. И, соответственно, здесь самые такие статы даются, которые потом умножаются. Поэтому, если у вас есть лишние самоцветы, не тратьте их на роллинги там, одного-двух героев, которых вам не достает. Лучше порольте нормальные созвездия на героя. Это будет намного лучше и полезнее для аккаунта, чем вы просто сольете, вот как я на роллингах слил там 100к, да, и в итоге мы ничего не получили. Такого вот такого, ну, ледяху вытащили. Понятно, это рандомчик, но... Вы можете получить всех имбо-героев, которые у вас есть. Какой смысл от них? А сливать вас, шатать будут там, даже с меньшими прокачками, если у них будут хорошие созвездия. Будет более... Вот смотрите. Просто тупо пятерка не падает.
уже 30 тысяч самоцветов. Вот вам ответ. Сколько стоит прокачка одного нормального героя на хорошие статы, на максималку? Четверка выпала. Ну куда нам эта четверка? Нам надо пятерка. На пятерку просто тупо не дают. Четверка опять. Да они издеваются. 40к почти, ребят. Тройка. Пятерка, двойка. Да, вот так вот. Вот такие вот, ребятушки, дела. Ну, будем ролить до последнего. Вытаскивать. Вот, наконец-то. 40 тысяч самоцветов, ребят. 40 тысяч самоцветов мы потратили на созвездие. И то это еще не конец атака. Хотя можно было и атаку оставлять. Ну ладно, мы тут будем быстрее тратить самоцветы сейчас. Жизнь. И то. Вот этого делать у себя вам не надо однозначно. Очень дорогое удовольствие. Опять атака. Ну давайте еще добьем. Попробуем. Крит урон. Крит урон пусть останется. Есть. Итого мы потратили где-то 160 тысяч самоцветов. Поехали еще доролим. Так, чтобы у нас была интересная цифра, уже ему сумок 100 открыть, точнее сундуков. Космо, вот, теперь он пришел к нам. Ну, хоть так. Космо ледях, это да, тогда можно считать, что роллинг удался. Два таких героя вытащить, это того стоит. Даже если вам не упали там остальные герои, но этих два просто чётенькие. Инди. Варлок. Ну, видите, герои падают не идти. РТшка. Укротитель. Ворожей. Атлантикор. Призрачный всадник. И дриада. Вот так вот. В общем, у нас 193 тысячи самоцветов потраченных, то есть в районе 200. Поехали в сокровищницу. Посмотрим, что же мы словим сегодня за 200 косамов потраченных. Оно идет сегодня и завтра будет, да, до вечера. Ну, отлично. Карта обновления. Рину, если что, еще и завтра поиграем. Завтра будут поинтереснее акции. Я надеюсь. Завтра 11 число. Так, золотой ключик. Опять Рину. Ну, Рину падает здесь хорошо. Это хоть радует. Заклинательницу словили. Неплохо. Золотой ключ. Асура. Неплохо тоже, в принципе. Считайте. Ну, тоже 60к надо потратить где-то так. Тоже немало, скажем так. Сумка Валентины. Ну, сумки Валентины. ПБшка. Герои падают. Вот что-что, герои падают неплохо. Асура, профессора Рибета, по-моему, мы еще не вытащили. Посмотрим, как Роза нам. Сумка Валентина опять.
Может, сумма Валентина насобираем? Сейчас посмотрим. Еще один Асура. Вот плохо, знаете, вот хотелось бы как в Бравле, если у тебя в Бравл Старс есть герой, то тебе он уже дальше, если ты его прокачал, тебе осколки не падают, там тебе упадет сила звездная там, либо другой герой будет падать. Вот хотелось бы, чтобы было так. Так бы было, наверное, правильнее. А так у тебя 10 героев с этих акций выпадает. Хотя бы я говорю за акции. Вот эти. Вот третий Асура. Если получил героя, то уже следующий падает. А так получается, блин, один и тот же герой будет 10 раз тебе падать. Опять ордена. Ну, не знаю, я считаю, что вот эти вот затраченные самоцветы, ну, не считаем даже роллинг, они не стоят этого героя. Ну, это, по крайней мере, это на русском сервере ребята пытаются вытащить эту розу, потому что ее печально собирать через смотрителей там, как нам сделали. А вот на других серверах там можно с того же самого коллекционера получить, то есть есть разные варианты, но, к сожалению, на русском сервере у нас печаль. Поэтому ребята сливают кучу самоцветов. За эти самоцветы можно было и Огника на Тайване вытащить. Золотой ключ. Вот так вот, ребятушки, 200к и розой даже не пахло. То, о чем я и говорил, что даже не надейтесь и не мечтайте. Попробуем еще, думаю, завтра. Но тут, конечно, герои выпали у нас интересные, да, вот 14 сумок мы получили, также получили ПБшку, Асурика, Дворину, куча расходников, вроде как бы куча, но это ни о чем расходники. Поехали, пооткрываем сумки, посмотрим, что у нас 14 сумок. 40 осколков всего и 30, 70 осколков, ну, 70 осколков за 200к, это, конечно, гонимо. Не знаю. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите следующего видосика. Всем удачи. Всем пока.